В одном лесу медведь работал зайцем. Как это произошло? Лесу нужен был медведь, но свободной была одна только ставка зайца. Медведь согласился, стал выполнять медвежью работу, получая за это заячью зарплату. Работал добросовестно до тех пор, пока не узнал, что в этом же лесу заяц был оформлен медведем. Возмутился медведь, как же так? Слабосильный заяц получает медвежью зарплату. Написал в главлес, приехали львы, целая комиссия, вызвали медведя и зайца. Вы медведь? Спросила комиссия у зайца. Да, я медведь, ответил заяц и показал документы. Действительно, вы медведь, но ведь я медведь, взревел медведь. А документы ваши? И посмотрев бумаги, комиссия сказала, о чем вы спорите, гражданин медведь, когда тут ясно сказано, что вы заяц. Вот и все. Вы спросите, где мораль? Какая может быть мораль, когда в комиссии на должности львов были оформлены ослы? О чем речь? Что вы говорите?